Сотрудничество между бельцами и Москвой, начатое Рената Усатым, продолжается. На встрече с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических связей Сергеем Череминым, исполняющий обязанности мэра Бельц Николай Григоришин поблагодарил российских коллег за оказанную поддержку в развитии северной столицы Молдовы. Сергей Черемин, в свою очередь, пожелал руководству Бельц успехов во всех начинаниях и заверил, что Москва и дальше будет помогать молдавскому городу. Я, знаете, как говорю, если не помогают нам центральные власти, то поможет нам город Москва в вашем лице, что будете поддерживать те проекты, которые мы начали на Георгиевич, что за них совместно мы не забудем и продолжим, неважно, кто там будет у власти. Но я надеюсь, конечно, что мы победим, выиграем сейчас выборы, которые будут 20 мая, мы не отдадим наш город. Вам хочу пожелать успеха и вашей работе в Москве. Западная префектура будет вас, несомненно, поддерживать во всех начинаниях. И я думаю, что вот наши коллеги, они практики. И Западная префектура одна из самых, наверное, лучших в Москве. Напомним, что ранее в результате договоренности между бывшим мэром Бельца Ренатом Усатым и мэром Москвы Сергеем Собяниным в Бельце поступила снегоуборочная техника – подарок от правительства столицы Российской Федерации. И мы искренне рады, что сегодня мы присутствуем на церемонии передачи городу Бельце 2 единиц современной коммунальной техники. В 2016 году стороны подписали также меморандум о дружбе и сотрудничестве между префектурой Западного административного округа города Москвы и муниципием Бельце. Документ предусматривает расширение взаимодействия между городами в области управления муниципальным и жилищно-коммунальным хозяйством, инфраструктурных проектов социальной и молодежной политики, образования и культуры. Рената Усатый организовал и нынешнюю встречу руководства Бельц с московскими коллегами. В ходе встречи Николай Григоришин, кроме всего прочего, рассказал о предстоящих в Бельцах местных выборах, назвав город одним из немногих оставшихся в Молдове островков свободы. «Бельцы мы не отдадим», – заверил Григоришин. Я надеюсь, конечно, что мы победим, выиграем сейчас выборы, которые будут 20 мая. Мы не отдадим наш город, потому что единственный город остался в Молдове – это остров свободы, я так его могу называть, потому что, вы, наверное, в курсе, что творится в политической области в Молдове, что там один человек захватил власть во всем государстве, которому подчиняются все остальные. Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество не только в области образования, как общались наши коллеги, также в области и жилищно-коммунального хозяйства, в других сферах, с вашей помощью, все будет нормально.